Вот уже год наша страна и весь мир живут в условиях пандемии. Ряд ограничительных мер до сих пор не снят, однако постепенно жизнь возвращается в обычное русло. В школах возобновляют проведение творческих мероприятий. На одном из таких концертов побывала и наша съемочная группа. Мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Мы еще раз напоминаем вам, что наш самолет следует рейсом 60-90 назад в будущее. В 12-й школе прошел ретро-концерт «Давай попробуем вернуть». Учащиеся исполняли хиты 60-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. С помощью песен ребята решили вспомнить прошлое, окунуться в творчество тех лет. Многие из исполненных композиций были посвящены родной стране. Самолет времени отправил школьников в эпоху молодости их родителей, бабушек и дедушек. Они узнали, какие песни были популярны в то время. Со сцены прозвучали такие известные композиции, как «Сердце на снегу» Муслима Магомаева, «Мы эхо» Анны Герман, «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня» и многие другие. Вместе со школьниками на сцену выходили и учителя. Путешествие в прошлое получилось ярким и трогательным. Школьники познакомились с песенной культурой своих родителей, а родители окунулись в свою молодость и, наверное, благодаря этому стали ближе к своим детям. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».